тагана, вайдин мастыгы мюршбу, вайдин мастыгы мюршбу таган, вабиш бе басуэ ноголеш беш, тан гасхи, гасхи, керисна, христиан шулиш, мюш хулиш, вайдин ауар, таня ноголо юшин алиш. Парк Горького, Москва. Вот нам тут демонстративно молятся. Сейчас я тебе, блядь, гимн включу. Нет, я тебе включу псалм. Тан гасхи, гасхи, керисна, христиан шулиш, мюш хулиш. Вен дин ауар, таня ноголо юшин алиш. Ну, нельзя таким вещать, не можешь. Валер! Да, пойдем выйти, ты себя лучше. А ты что делаешь? Эй, ты языком следи! Эй! Языком следи! Все! Чего? Тан, расти! Гасхи, керисна, христиан шулиш, мюш хулиш. Вен дин ауар, таня ноголо юшин алиш. Машина целый двор. Детям гулять негде совершенно. Это Татарстан называется. Ну и что Татарстан? Там нужно мечеть. Хватит. Не хватит. А вам что мешает? Не хватит. А мечеть здесь ни в коем случае нельзя. Это выходит мимо и ничего не будет даже замечать. Я тоже живу здесь. Я хочу, чтобы вы не хотите. Ваши дети. У меня школа стоит такая. Курят. Вот такие дети курят рядом с школой. У вас дети будут смотреть на меня. У меня, извините, тоже там же трое внуков. Да я хожу, я верю. Не так говорить. Я хожу. И что толку-то? Некоторые ходят и говорят, я мусульманин, а потом идет и взрывает. Причем тут это? Это уверенно. Это у него значит. Ну как не показывает? Мы еще не знаем, что это мусульманин. Что было? Правильно ли, что в школах Чечни разрешили носить хиджабы? Я считаю, что неправильно. Одна страна и свои, как говорится, порядки в республике устраивать. Тан гасхи, гасхи, керисна, христиан шулиш, мюш хулиш. Вен дин ауар, таня ноголо юшин алиш. Почему так близко? Почему эта мечеть должна быть почти в нашем районе? Не где-нибудь в Подмосковье, где полно земли, а именно здесь, где полно людей, детей. И вот эта вот мечеть постоянно, их будет еще в 10 тысяч раз, не знаю, больше, чем сейчас. Я просто жила в мусульманской стране, знаю, что это такое, когда по утрам в 6 утра начинает вот эта вот кричать труба, у которых же 10 колонок, которые кричат на весь район, и спать вообще невозможно. А у них это пробуждение будет с утра, в обед и вечером, и все эти намазы, и все такое. Это просто ужас. Я жила там и знаю, что это такое. Тан гасхи, гасхи, керисна, христиан шулиш, мюш хулиш. Вен дин ауар, таня ноголо юшин алиш. Нам не нужна мечеть. Уважаемый Сергей Семенович и правительство города Москвы, мы настойчиво просим вас вмешаться в ситуацию и не допустить строительства мечети в Касино. Мы будем твердо бороться за будущее нашего района и просим вас не дать случиться катастрофе. Остановите строительство. Жители Выкино, Жулебино против. Против! When din hour, tanya no olo yushun alish.